Крымская художница Светлана Давлетбердина более 3 лет пишет картины в необычной древневосточной технике эбру. Это искусство рисования на воде. Краски специальные, они не растворяются в воде и не смешиваются с друг другом. То, что я делаю, это традиционный эбру. Вот этот фон называется гильгит. Можно одним движением получить уже определенный узор. Светлана Давлетбердина и исполнительница романсов Наталья Светлова стали первыми участниками цикла концертов «Музыка на воде». К нам приехала замечательная исполнительница, композитор Наталья Светлова из Усть-Катава, Челябинская область. Она представила творчество поэтов Серебряного века и вообще шедевры романсов, эстрады в дуэте с художницей и мастером эбру, что для нас в новинку. Светлана Давлетбердина представила вот совершенно какой-то новый формат концерта. Я думаю, что мы в новом сезоне продолжим. Специально под репертуар мы подбирали картины и под каждую песню определенную тему брали. Все песни состоят примерно 3 минуты, 4 минуты занимают времени. И за это время нужно создать шедевр. И, конечно же, нам потребовалась тренировка, мы еще прорепетировали. Музыка на воде, мне кажется, обогащает вот песни глубже. Как-то народ и слушает, и видит, все так нежно, красиво. Я думаю, это не совсем неплохо получилось. Ощущение праздника, то, что людям нравится, и чувствуется вот это вот энергетика, которая идет из зала. Необычно то, что красота голоса, она вот сочетается с красотой того, что делала Светлана. И все это было показано на экране. Сейчас мы можем видеть в картинках, но это просто здорово. Романсы поют, и известные авторы исполняют романсы. И потом людям же очень нравится. Не просто не одна попса, а вот именно как-то больше за душу трогает. У романса серьезный такой зритель, благодарный. Порой самой не верится, что я из маленького города Усть-Катава имею возможность такой сегодня выступать в Париже, в Москве, в Доме актера выступаю. Честно говоря, не так важно, где ты выступаешь, а важен всегда человек, который перед тобой. Чувства жизни нет без чувства смерти. Мы уйдем не как в песок вода. И живые те, что... Алина Гребешкова, Веринея Лихачева, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ.